Добрый день, я Медведев Евгений и Александр. Мы сейчас находимся на нашей установке и автомобиль Mitsubishi ASX Durystyle, да, если не ошибаюсь? Да, Durystyle. Вот, здесь стояло стороннее штатное головное устройство. Вот все, что от него осталось. Клиент приехал, оно не включается. И было принято решение о замене автомагнитолы на RedPower 21026B с экраном 10 дюймов. Но больше видео хотим сделать о том, что как это все дело разбирать. Сейчас Александр расскажет, что... Давай, Сань. Ну, для начала, во-первых, если стоит здесь изначально карта, снимается вначале карта, подевается изнутри. А где карта-то? Покажи. Ну, там не карта, там уже магнитола сторонняя, поэтому смысл ее показывать. В общем, просто щелкивается весь пластик, вот все защелки. Просто тянете? Да, если стояла оригинальная, то вы когда щелкиваете, вытаскиваете разъем с этой карты, и там уже внутри на вот этих саморезах прикручено само головное устройство, железо внутреннее. Если это рестайлинг, то снимается рамка и выкручивается магнитола также. То есть, в принципе, разницы нет. Сложно, нет? Нет, не сложно. Самое главное, вот этот вот разъем снятый, который отвечает за аварийку и подушки безопасности. Зажигание со снятым разъемом не включать. Имейте в виду. А то поедете к дилеру чек энжин потирать. Либо искать оборудование для того, чтобы потушить. Значит, в нашем случае GPS-антенну ставим вот сюда. Вот здесь лобовое простое. Оно всегда ловит. Место проверенное. Микрофон для громкой связи. На всех современных Mitsubishi одинаковые вот такие вот плафоны. И вот здесь вот внутри пустота, туда мы всегда вставляем микрофон для громкой связи. Как тянул, покажи. Тянули, он снимается легко, то есть просто выщелкивается, провод идет сюда, снимаем пластиковую стойку, вытягиваем провод сюда. Ну, я для удобства снял пластик с щитка, выкрутил щиток и сбоку протянул провод вот сюда, вот, чтобы нигде ничего не мешалось. Угу. Ну, это в моем случае, может быть, кому-то проще как-то по-другому протянуть. И вывели все сюда, соединили кабеля. Здесь еще сторонний тюнер стоит там внутри. Подключили его тоже. Все кабелечки в два кабеля втыкаются. Этот кабель не нужен, он идет в комплектации уже, когда есть оригинальная камера. Там также идет в комплекте две колодки. Используется колодка уже другая, когда есть штатная камера. В этом случае используется простая колодка. Ну и USB мы будем выкидывать просто в бардачок, потому что в комплектации нету ни AUX, ни USB оригинального. А что там за металлическая коробочка? Вот, вот это? Да. Так я же говорю, этот ТВ-тюнер сторонний какой-то стоит у человека. А где ИК-пульт? Вон он там, по-моему, торчит. Вон, отклеился и лежит. С одной антенкой. Если он есть, так единственный вопрос меня мучает до сих пор, можно ли от рестайла на рестайл поставить автомагнитолу. Потому что в рестайле идет уже максимум 7 дюймов, а до рестайла можно поставить 10. И to be or not to be, этот вопрос до сих пор не решен. Может быть, кто-нибудь из владельцев ASX подскажет нам данную информацию, и будет уже понятно это все для всех. Ну что, Саня, есть что добавить? Да пока, в принципе, нет. Сейчас будем все втыкать, ну, давайте пробовать. Собираем, да, потом уже будем покажем, тестировать. Как и как это все смотрится. Потому что в этом видео самое главное показать, как смотрится установка. Она тут все-таки простейшая, да, Сань? Ну, в принципе, да. Ну, как простейшая? Руки тоже должны быть ровные. Например, ровные руки в городе Санкт-Петербург находятся по адресу улица Салова, дом 53, корпус 1, офис 19. Ну все, конец связи, ждем вторую часть видео. Да, Сань? Да. Ну вот, собственно, не прошло... Саш, убавь громкость, пожалуйста. Не прошло 15 минут, а как Александр уже сдает автомобиль. Вот получилось, сейчас, простите, фонарь попробую рукой закрыть. Вот такое вот большое чудо. Я буду вам петь. Ну что, Саня, рассказывай, показывай. Ну, что тут рассказывать? Все стандартно, оригинально, кнопки руля просто программируются в настройках. Что там еще? Про микрофон уже говорили, стоит сверху. Проверили, что точно ошибка не горит. То есть, покажи. Ну,
Ну, у нас, да, плата уже идет проверенная, чтобы чек-энджина не было. На щитке, да, на щитке не чек-энджин, а индикация подушек. Индикация подушек, да, прости. Вот, то есть все работает, все нормально, подсветка на магнитоле есть, но, правда, с твоей это не видно. Сейчас я выключу свет. Она такая гладенькая, мягкая. Вот, вот все, выключу. Вот под каждой кнопочкой, вот так вот, под надписью, горит индикатор. Угу. Ну, довольно-таки красиво. Конечно, это под рестайлинг, тут черного лака нигде нету, на рестайлинге уже на руле должен быть черный лак. Так не, подожди, значит, она и на рестайлинг должна походить, раз да, пластик да, под рестайлинг. Да, пластик, скорее всего, есть, сделан под рестайлинг, у рестайлинга уже глянец черный идет. Давай на живую сделаем, позови клиента, пожалуйста, спросим у него на живую, что скажет. Что скажет? Ощущения, ну, давай, да. Конечно. А можете сесть, пожалуйста? Сейчас попробуем на живую записать отзыв клиента. Я с ним не закон. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, вот вам магнитолу сейчас поставили. Вот я хочу на живую, чтобы людей не обманывать. Ну, поделитесь впечатлениями. Как телевизор. Как в салоне сидишь. Не, ну звук попробуйте себе настроить там. Что у вас до этого стояло? Китаец какой-то, ноу-ноу. Мертвый? Два раза умер за два года. Ну, меню вы стилизуете уже под себя. Ну да. Так, а вот чтобы работала навигация и радио, это как? Ну, включить радио, включить навигацию. Вот хорошо, я включил радио, как навигацию включить? Ну, домой нажмите. Или кнопочку на руля потом уже настроите на запуск навигации. Как вариант, да. Да. Все, нажмете вот навигатор, будет у вас. Довольны, нет? Пока да. Ну все, ладно, на этом заканчиваем. Тогда. Время покажет. Да, согласен. Я думаю, что на рестайл она должна тоже подходить. Ой, на рестайл. Ну, возможно. Явно не возможно, не знаю.